Хасанов Али. Я приехал из России, из республики Адыгея. Я обучаюсь в школе имени Владимира Невзорова. Мой тренер Дамир Хакуринов. Первоначальный тренер Лариса Хакуринова. Сами соревнования мне очень понравились. Достойные соперники, достойный финал. Скажи, пожалуйста, ты в первый раз принимаешь участие в этом турнире на призы олимпийского чемпиона Хусейна Оскара? Да, я первый раз принимаю в международном турнире участие. Как тебе обстановка на этом турнире? Как ты себя чувствовал? Было ли ощущение, что ты на Олимпийских играх? Ну да. Переживания тоже были, но нужно быть уверенным в себе, и поэтому нужно не бояться и бороться во всю силу. Ну и теперь передай привет всем, кто тебя смотрит. Всем, кто за меня болел, всем с Адыгеи, всем салам алейкум.